А когда вы для себя решили, что вот вы помните, что вы будете снимать этот фильм? Я решил где-то за полгода, может быть, месяцев за 8 до начала вот съемок. Легенда гласит, вот совершенно. Не знаю, ну да, я вам верю. Я смотрю, они про меня уже сказки какие-то начали рассказывать. Они уже начали рассказывать сказки. Я действительно сомневался. Я не хотел быть режиссером, никогда не хотел. Мне часто приписывали, что я что-то снимал, это неправда. Я активно вмешиваюсь в производственный процесс, как продюсер, много лет вмешиваюсь, я придумываю, я монтирую иногда, я записываю музыку, то есть я во всем этом участвую, я придумываю картины и потом приглашаю режиссеров, как правило. Но я никогда не был режиссером. Я не хотел, потому что у меня сложные другие проекты на студии, и я не хотел, я понимал, что много времени это отнимет у меня, но я не мог переступить через то, что я кому-то это отдам, а практика у меня большая уже. И это не получится, и никогда это нельзя будет переделать уже, потому что поздно будет. Да. Я себе никогда этого не прощу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.